Привет, я... Дранчу. Эх, скучно. А давайте... Ебаться! Иди нахуй, гандон! Невежий. Деда, а зачем бабе Капе столько пыльцы? Иди нахуй, гандон! Что? Давай мы поможем тебе. Не, нихуя. Что такое? Ой, мы думали, вы бабочка. Ах, да? И это вместо того, чтобы извиниться? Чего? Невежи. Даже простых вежливых слов не знаете. Таких, как вы, даже пирогами угощать не хочет. А вот как. Смотрите. Ты что, дурак, что ли? Предложи этот лист Вупсиню. Вупсинь, возьми лист. Ты забыл сказать? Иди нахуй. Пыш, пыш. Паш! Иди нахуй! О, не буду я жевать этот лист! Он уже откусан! Сам жуй! Ну и... Иди нахуй! Вы должны сказать «здравствуй». Это тоже вежливое слово. Здравствуй! Здравствуй! Что это с ним? Они учат вежливые слова, чтобы деда Шер пригласил их поесть пирогов. Здравствуй! Идите нахуй! Что-то они как-то невежливо говорят. Да ладно!